Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе» и в этом обзоре поговорим о том, как добраться из аэропорта Чорох-Батумі в центр. В предыдущем обзоре мы показали вам сам международный аэропорт. Видео вы можете посмотреть, кликнув на подсказку в правом углу. Аэропорт Батумі находится в 7 километрах от центра города, поэтому доехать в центр вы сможете без труда. Есть три варианта добраться в город. Это автобус, такси и арендуемый автомобиль. Начнем с автобуса. Если выйти из здания аэропорта и свернуть направо, то там будет автобусная остановка общественного транспорта. На остановке стоит электронное табло, по которому вы можете ориентироваться, через какое время прибудет ваш автобус. Забегая немного вперед, расскажем, что до сентября 2018 года проезд можно было оплатить при посадке, и стоил он 40 тетри, это примерно 20 центов, и билет можно было купить у водителя. Но уже в сентябре мы не смогли оплатить наличными проезд водителю, так как в Батумі ввели пластиковые карты Батумі Карт и перешли на безбилетную оплату проезда. Обзор по общественному транспорту Батумі можно посмотреть, кликнув на подсказку в правом углу. Немного отвлеклись, но продолжим. Итак, из аэропорта в центр вы можете доехать на автобусе номер 9, 10 и 10А. Стоимость 30 тетри с человека. Еще один вид транспорта – это такси. Если выходить из здания аэропорта, то слева вы можете найти стоянку, где стоят такси. Стоимость проезда из аэропорта в центр Старого Батумі обойдется где-то 5-7 лари, если заказывать по телефону, и где-то 15-20 лари, если подходить напрямую к таксистам. Цены на такси за пределы Батумі вы можете видеть на экране. И последний вид транспорта – это арендуемый автомобиль. Вы можете арендовать машину заранее. Когда вы прилетите, вас уже будет ждать машинка на парковке. Или же обратиться в офис прокатных компаний в аэропорту. Но велик шанс, что в наличии нужного авто просто не будет. Стоимость аренды на сутки от 60 лари. Это примерно 20 долларов. Ну вот, пожалуй, все, что мы хотели сказать в этом обзоре. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много всего интересного.